городе Нубасов. Так, включу-ка телевизор. И что там? Убийство Нубаса? Что? Я сейчас что-то не понял. Сегодня был убит Нубас, но он пропал, и теперь никто не знает, где он. Новости города Нубасов? Сегодня убили Нубаса, но никто не знает, где он. Найдите, пожалуйста, его. Блин, где он может быть? Что там происходит на телевидении? Что происходит? Где я? Ты у меня дома, чел. Это мой дом, и... Чё? Где я? Ты у меня дома, я тебя спас, когда в тебя стреляли из пистолета. Ничего так, ладно? Просто, ну, я хотел тебе помочь, и... Вот я помог, вроде. Так, ну я приехал сюда, и что здесь вообще случилось? Да так, стреляли в твоего фаната. Ну и что такого тут? Ну, ничего, просто я его спас, и все. Да, спасибо, чел. Ну, вроде и все норм, да? Да, только надо найти того, кто в меня стрелял. Ну и кто это был? Наверное, я хотя знаю, кто это был. Это был, наверное, охранник. И надо его, ну, не знаю, убить, что ли, или пожаловаться на него. Зачем? Давай я тебе покажу свою оружейку. Да, окей, все. Оружейка. Так, бери любое оружие и в путь. Так, что бы же мне выбрать? Так, давай-ка я выберу пистолет или, ну, ладно, пусть будет пистолет. В городе Нубасов. Так, сдавайся, или я тебя сейчас убью. Оу, все, поздно. Охранник? Что ты тут делаешь? Зачем ты стреляешь в моих фанатов? Я не виноват, что я... Рисую на стенах города. Извини. Я не хотел, но... Так получилось. Это был мой фанат. Ты меня понял? В городе Нубасов. Так, ну вроде все нормально, и вроде, ну как... Так, и что там дальше случилось? Да так, Нубас всех убил и все, да? Да, точно? Да, Нубас всех убил и все нормально теперь. Оу, это же круто, спасибо Нубасу. Ну да, ну, все, наверное.